Всем привет, ребята! Вы на канале ТНТ Фокс. Сегодня на таком месте. В прошлый раз взрывали здесь очень мощные петарды. Смотрите, какая дыра. Вот там взрывали тоже дыра. Прочистил немного от льда, чтобы сегодня еще повзрывать здесь. Пока еще лед не очень толстый. Взял вот таких петард. Короче, очень много разных, как вы и просили. Что ж, давайте не будем медлить. Начнем. Так, свистулька. Так, видать, забилась зажигалка с прошлого раза. Давайте возьму другую. Очень часто попадает фитиль. Зажигалки не хотят гореть. Так, новенькая. Смотрите. Так, есть. Давайте забросим К05 в проруб. Отлично. Что нам скажет на это FP3? Ух, пошло на дно. Мощная петарда. Так. Взорвем вот такую. Так, ребята, есть у нас тут с прошлого раза вот такой корсар. Смотрите, я его поджег, но он затух. Давайте его реанимируем. Посмотрим, остался там фитиль или нет. По-моему, остался. Вот. Можно еще поджечь. Увы, не взорвался. Так, К-44. Так. Есть. Побросаем мышки. Так. Взорвем еще в воде. Есть. К-1000. Затухло. К-22. Так, остались вот такие петарды. Давайте их повзрываем вот на этом льду. Здесь на льду. Вот так установлю. Сейчас буду бросать. Вот так переместились. Что ж, поехали.
розочки на очереди. Не хотят розочки гореть, слабые фитили. Так, здесь тоже фитиль отстой. Просим вот такой корсар на 5 взрывов. Бросаю, ребята, что получается, потому что очень сырые фитили. Так, попробуем розочки. Так, позапускаем свистульки. Супер. Так, позапускаем вот такие свистулек. Так, будем устанавливать их здесь. Вот так. Так, несколько установили. Что ж, поджигаем.
Так, остальные на пол положим. Вот так. Так, поправили фитильки. И последнее. Одна не сработала. Есть, ребята. Вот такие взрывы получились. Что ж, кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на второй канал. Ссылка будет здесь, а также в описании. На втором канале выходят также крутые видео с пиротехникой, как и здесь. Каждый день обязательно приходите, заценивайте. Что ж, ребята, пишите, что вы думаете по поводу сегодняшнего ролика. Смотрите здесь 4 видео, они тоже очень клевые. С вами был TNT Fox. До новых встреч. Пока-пока.